Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, как вы уже поняли, кто смотрел предыдущее видео, сегодня мы с вами будем убираться. У меня бардак дома жуткий. Мы вчера приехали и все побросали. Короче, все нужно убирать, все нужно перестирывать. Я вам сейчас только что показала заказ в Альбрес. Надо тоже все убрать. В общем, сейчас покажу, какой у меня бардак. Сегодня в огород не пойду, хотя сегодня погода такая, прям для огорода, девочки. Но мне нужно много что дома сделать. Поэтому, да, нужно пропылесосить самое главное. Потому что у меня боночка линяет. И, конечно же, вся красота. Так, кто видел, вон моя орхидейка живет. Вот. И, в общем, сегодня такой будет влог об уборке. Немного обо всем. Так, ну и для тех, кто говорит, что я все успеваю. Ничего не успеваю. Вот мы вчера приехали. Это вещи. Сюда муж принес. Мы уже рюкзак как раз. Все это мне нужно перестирывать. Так, мои девчули. И вот такой вот у меня бардак. Сейчас буду все убирать. Надо и цветы тоже полить. И, в общем, так, Басяня моя. Так, вот тут у меня еще на столе. Басяня моя спит. Это тоже вещи нужно перестирывать. Это вот я сейчас снимала. Вот, и букетик. Кто наблюдает за мной в ВКонтакте, меня, кстати, нет в Инстаграме, я говорила, я туда не... Точнее, я туда захожу, потому что мне кто-то пишет там постоянно. Вот, я не удалила Инстаграм, но я там ничего не выкладываю, никого не добавляю, я есть только ВКонтакте. У меня есть группа, и у меня есть... личная страничка, да, я все ссылки оставляю под видео. Так, букет я собирала как раз перед отъездом, я хочу, вот это уже все осыпается, вот это все, вот, я хочу, у меня есть ромашки, я хочу немножко его переделать, все то, что осыпается, убрать, все то, что еще живо, оставить. В общем, букет обязательно надо сделать, обязательно, вот, ну и бардак убрать, конечно же. И я еще показывала, в Карелии поймали рыбку, вот, что-то я забыла, как она называется, вот, вот муж у меня ее тут сушит в моем там суховее, вот. Это я так убираюсь, да? Навела еще больше бардак. Зато не поленилась, сходила у нас там за участком. Ну, растет ромашка всякая разная. Я не все оборвала, девочки. Но он такая, это, как это? Вот такая ромашка и вот такая ромашка. Ну, как, дикая. Ну, вы поняли, да? Все равно ее сейчас будут косить. И у нас ходят, косят... Ну, по каналам, в общем, вы поняли. Вот. Все равно скосят все, поэтому я решила поставить сюда. Мне очень нравится. Вообще, я люблю ромашки. Обожаю. Я люблю синие ирисы, у меня их нет, и ромашки. У меня их тоже нет в огороде. Ну, в саду я имею в виду. Ой, надо будет как-то купить. Вот. Так что вот такой вот у меня новый красивый букетик. Вот. Ну, вот эти штуки я оставила, зеленушечку такой. Мне нравится. Нравится, нравится. Ладно. Вы поняли, да? Я убираюсь. Ладно, будем дальше убираться. Thank you.
девочки. Так, ну что, здесь, в этой комнате, у меня чистота и порядок. Меня как-то спрашивали, почему у меня так блестит стол, то есть чем я его натираю. Ничем, это такое специальное покрытие, ну типа такого лака какого-то специального. Муж покупал для вот этого стола. То есть я не скажу вам сейчас, девочки, как оно называется. Вот, но это какой-то специальный такой лак и дает вот такой блеск. И я мою стол только средством для мытья посуды. Вот и все. Так, здесь у меня чистенько. Там у меня мешок, это у меня с этим, ну, короче, для цветов, как перлит, или как так он называется. Вот, надо, потому что мне кое-какие цветочки пересадить, в общем, нужен он мне. Пусть там стоит. Вот. Так, что еще? Что еще? Там я воду разлила, как всегда. Вот, пропылесосила вообще вот эти вот пледы, которые у меня на диванах. Мне, так как я имею много животных, это очень удобно. Очень удобно. Потому что я их очень часто стираю. А вот эта подстилочка, это с New Chica. Она у меня... Я ее тоже стираю. Вот недавно я как раз-таки перестирывала все пледы-подушки. Поэтому сейчас я только пропылесосила, убрать просто шерсть. Вот, потому что здесь у меня вот это положено специально для кота. Он здесь лежит, наблюдает, как я тут что готовлю и так далее. Поэтому это его... Вот, и, кстати, насчет вот этой вот, боняся там, вот этой вот штуки, очень она прикольная, она застегивается. Единственное, что бывает иногда вот так вот криво, видите, дырки бывают, а так прикольно, комаров нет в доме, вообще, мне очень нравится, слушайте, потому что у нас обычно уже и мухи, и комары, и кого-то только нет. Единственное, что вот там вот у нас оторвались, вот видите, они мне лежат, муж собирался сделать вот эти магнитики. Вот, а оторвались они там, потому что Бона, если ей нужно зайти в дом, ей вообще все равно на все, что я тут понавешаю. Мне кажется, она с таким выражением мордочки и заходит, типа, понавесила тут всего. Вот, и она просто вот, ну, как бы голову сюда вниз и просто отрывает, короче, все. Ну да, с животными-то такое. Ну ничего, коты уже привыкли тоже там вот. Там щелочка такая маленькая, они оторвали же одни магнитики внизу. И они просто туда так подлезают, и собаки, и коты. Вот, у меня как-то спрашивали, мою ли я котам, нет, не котам, собакам лапы каждый раз, когда они входят в дом. Как вы видите, нет. Потому что мне придется мыть им каждые 5 минут. То есть я же не могу здесь сидеть и следить, кто сюда входит, кто сюда не входит. Поэтому как-то так. Ну, сейчас грязи как таковой нет. Я имею в виду какой-то песка или что-то такое. Но вот очень часто зато приходится здесь мыть и пылесосить. Вот, поэтому, да. Я сейчас полы не мыла, потому что я сейчас пойду убираться на кухне. И потом помою сразу разом на первом этаже все-все-все полы. Там еще надо вытереть, это я разлила воду. Вот, так что вот такая красота. Все, кто молодец, я молодец. Сейчас еще надо... Белье повесить, стирку сейчас у меня закончится. Вот. И мои ромашки. 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 Люблю их. Ну вот так. Пойдемте убираться на кухню.
Так, ну что, все, чистота, порядок у меня. Все намыло, напылесосило. Я молодец, там рыбу выключила мужа. Плита тоже чистенькая, все. Потом посмотрим. Не знаю, придет посмотреть свою рыбу сюда. Здесь тоже чистота, порядок. Дети у меня там на улице где-то. Надо пойти посмотреть, где они. Вот, ну я их, правда, уже обедом тут кормила. В общем, босенька моя, барбосенька. Так что я молодец. Так, еще нужно полить огород сегодня. Вот, сейчас пойду. Ну, ужином накормить. Я вчера курицу жарила. У нас еще осталось, так что сегодня на ужин у нас курица. Вот, так что поубиралась. Молодец, все постирала. Сейчас еще последнюю стирку заложу. И сейчас пойду еще сниму постельное белье. Я специально не застилала. Ну, просто сняла, постирала постельное белье, не застилала его. И сейчас прям, знаете, такое свежее с улицы застелю. Будет красота. Еще ванну надо принять сегодня обязательно. Вот. Так что вот так. Так что на самом деле провозилась я, считаюсь, практически целый день. Утром с собакой погуляла, потом съездила, получила Вальберис, отсняла вам. Потом вот уборка, обедом кормила детей. Ну, в общем, туда-сюда. Знаете, и так и день проходит. Туда-сюда, сюда-туда, и все. Вот, в общем, на сегодня уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Готовка. Я, скорее всего, наверное, завтра или послезавтра посмотрю, съедят курицу у меня сегодня или нет. Вот, я буду готовить на несколько дней как раз. И, не знаю, вообще мне надо в мясную лавку съездить, потому что у меня что-то мяса не так уж и много. Вот, по-моему, там вообще такое немножко фарша. Ну, посмотрим. То есть завтра или послезавтра я как раз хочу наготовить на несколько дней. И вам тоже сниму. Так что все, что обещала, все выполняю, девочки. В общем, прощаюсь с вами на сегодня. Всех люблю и целую. До новых встреч.